Добрый вечер. И, как всегда, в конце недели мы говорим о нашем ЖКХ. Сегодня хотелось бы рассказать о том, что все то, что, о чем мы говорили ранее и что начали делать, это все-таки носит системный характер, а не разовые акции. Мы говорили месяц назад о том, что начинаем акцию «Борьбу с открытыми люками». На сегодняшний день мы насчитали в Одессе 175 люков, которые не закрыты. Выслали это письма в эти организации, а это у нас Укртелеком 75 люков, это порядка 80 люков Инфокс, а остальное это ТГО и наши городские дороги. До 1 марта все эти люки должны быть закрыты. Те люки, которые не будут закрыты, мы будем это повторно наказывать и люки будем закрывать самостоятельно, а именно закапывать. Также хотелось бы рассказать о наших лицевых счетах в ЖКСах. Мы говорили о том, что ЖКС это Черноморский ввел у себя лицевые счета на дома. По такой же системе начинает это работать и ЖКС Вузовский. Сначала они начнут с одного участка и поэтапно в течение месяца-полтора, я думаю, что ЖКС Вузовский полностью это перейдет на лицевые счета у каждого дома. И так уже дальше по всем ЖКСам. Надеюсь, что в этом году все наши ЖКСы это перейдут на лицевые счета домов. Как мы видим, в этом году в Одессе ранняя весна. Надеюсь, что эта погода нам не выкинет никаких фокусов, не будет это похолодание, не будет снега и так далее. Поэтому, как минимум, фонтаны, надеюсь, в городе будут работать уже до конца марта. На этом, наверное, на сегодня все. Как всегда, пишите, на все стараюсь отвечать. Увидимся через неделю. До свидания.